Восстанет ли страна из-под обломков, устроенных масонами призлыми? В ловушку заманившими так ловко всех умников, какими не прослыли. Что нужно потерпевшим катастрофу, где силу опыта грядущим поднабраться? Когда отчаяние и до горла плохо застряли непроглощенные страсти. Так с каждым по отдельности беда, горючая, прилипшая надолго. В просветах редких звезд не увидать, кричим и мечемся, и никакого толку. Я знаю выход из любой беды, как выбраться из сонма катавасий, раскорчевать и вырастить богатые сады, чем безнадежность дивно приукрасить. Бог, сотворивший мир, и каждого из нас не бросил, не покинул одиноких. Он, только он не пожалеет ласк, их и зальет невиданным потоком. Когда в стране далекой у корыт пришел в себя несчастный бедолага, безжалостно себя начал корить, колхозный раб, живущий без зарплаты. Ветрами знойными безбожьего учения он высушен, как мумия в Египте. Набить утробово желал хоть чем-то, не человеком стал, а вепрем диким. С укорами себя, с пустой котомкой, решился в отчий дом пойти поспешно. Навстречу выбежал к нему спаситель кроткий, кольцом любви небесной был утешен. Страна, продувшаяся в дьявольской игре, признайся в проигрыше, воззови к Иисусу. С Христом воспрянешь, и отпрянет смерть. Заколосится там, где ныне пусто. 16 мая 2006 года.